2020. Юбилейный «Волгофест» открывает группа «Vibes Dive». Дуэт нежных хэндпанов и дерзкой гитары. В этот раз летний фестиваль, который успел стать одним из любимых в Самаре, проходит в новом формате. Свои коррективы внесла и пит-обстановка. Во-первых, «Волгофест» в этом году стал ярмаркой культурных проектов. Во-вторых, изменилось время проведения городского праздника. Если раньше фестиваль открывал летний сезон на набережной, то теперь он его закрывает. Поменялось и место. Впервые все самое главное происходит у ладьи. Кроме того, фестиваль будет идти целую неделю, а не два дня, как в прежние годы. Особое внимание уделили выставке арт-объектов, которая всегда пользуется особой популярностью у зрителей. Организаторы провели всероссийский конкурс для художников, получили около сотни работ, из которых профессиональное жюри выбрало 10 лучших. Их установят к концу недели, некоторые на воде. Каждый год мы задаем какую-то тему, на которую ориентируются и художники, которые делают арт-объекты, ну и в целом все участники. Ну и в этом году нам показалось, что вот мы так часто слышали вот эту тему о социальной дистанции, о соблюдении этой дистанции. Нам хотелось поговорить вообще о дистанции между зрителем и искусством, дистанции между искусством и природой, городом и природой. И в целом вот как бы насколько близко мы можем быть там друг к другу. Развлекательная программа будет идти по вечерам, причем это не большие праздничные концерты, а скорее атмосферные вечера на Волге. В этом году тематика любимого самарцами «Волгофеста» – «Пять закатов». И это не случайно, потому что в течение недели каждый вечер здесь, на набережной у ладьи, будут проходить концерты и театральные перформансы. В общем, скучно точно не будет, обещают организаторы. Программа «Волгофеста» в этом году проходит не только офлайн на набережной, но и онлайн. Через официальную группу «Феста» можно скачать специально подготовленные подкасты для прогулок на набережной. Вот это такое большое путешествие, которое можно, даже находясь дома, совершить вместе вот с фестивалем и вместе с нашей большой, любимой Великой рекой. Набережная сама по себе предполагает формат прогулки. Да, люди прогуливаются, смотрят, любуются прекрасными видами. И чем бы можно было бы эту историю расширить, помимо тех традиционных, уже, скажем так, наших традиционных волгофестских историй. И мы почему-то пришли к такому вот решению, как аудиогиды, когда ты все равно остаешься один на один, сам с собой, с набережной, с той историей, которая есть. Каждый год ждем. Ну и в этом году, наверное, особенно сильно ждали какое-то мероприятие, потому что все соскучились. И можете себя представить на берегу этого гладкого озера. Походить на фестиваль и послушать на улице музыку. Вечером на набережной у ладьи театр-студия «Грань» покажет спектакль по пьесе Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». А «Самарт» представит зрителям свою музыкальную постановку. Основная программа пройдет в выходные. Мария Левина, Николай Сидоров, «События».